Без 104 наги. В общем, все впереди, надеюсь, тут еще все произойдет. Что-то мы это увидим. Скрипчиков дефни, может сейчас шмот будет, чем? Так, ну ондайнга буду брать обязательно, да. Ладно, я не буду выходить в десятку. Кокерка зря продал. Сначала в десятку хотел уйти. О, передумал. Из-за того, что отвлекаюсь, тильтанул бы, если бы не дефнул. Все, у нас гиры Т2. Лемов овернак можно поставить. И одного праймала. Может, поинтереснее будет. Т3 Манки Кинг у него. Да, тут у меня, кстати, что-то много всего дают. Я не знаю, как я буду поступать. Просто я пока вот так сделаю, драться не буду. Он все равно проигрывает, там Т3 макака. Лемы нужны прям обязательно. Все, сейчас поставим лемов. Да, все четко. Ну и виспак кого-нибудь. А билка-то у нас фэмили. Короче, я не буду ничего подбирать, пока я в десятке посижу. Потом разберусь с игрой. Наги круто, да, очень сильно. Игвальчик, держи, в курсе. Чатик тоже. Сейчас у нас 4 лема, я думаю, что мы сильнее с 4 лемами. Макака мерзнет. Да. Ну там айн-диск это очень сильный. Айн-диск сильный. Все равно проигрываем. На рандоме выиграли. Что-то мне 2-3 снайпера аж приходило. А, досмотрим. Что шмот? 43-й раунд. В кого дадим шмот? Кан. Б. Ну давайте, лишь бы все это нормально тут было. КБ есть. У нас на один слот выше, у нас энергия лучше. Шмот только чуть не такой. Хотелось бы. Там нас дефнули. Не прохнуло. Да, индиск слишком тут сильно. О, ничья, даже победа. Что нужно? Так. Ты че, гоблины? Блин, если бы я 2 тимбера держал, гоблины можно было поиграть. Тут снэпку поймали. Вышка есть. И 3 белки, да, много. Вот, кстати, Enigma кастит, тогда убиваем легко, потому что диск не работает.
Я говорю, да, мы тут посильнее должны быть. Если все работает, то посильнее. Ну, Праймала жалко, что не увидим. Зомби, кстати. Бэшку больше поверят, чем в этот, чем Вайда. Так. Двоих побеждаю. О. Что это такое у нас? Хекс? Да, хекс. Так. Он не заработал, да, тут ничего? Что это продам? Нас победили в этот раз. А там нет. Раньше, да, вылетел. Ну да, топ-2, хотя сильнее был, не повезло. Ну хотя бы победил, хотя бы этот, хотя бы не ничья. Завидев меня, враги зажмуриваются от страха. Мультика нету. А, похаркнулся. Ух, красота-то какая, лепота. Как-то тут нужно сыграть. Это вот так надо, дефнуться, да. Красивая игра, да, была, согласен, так. Тронкилл работает на нас пока. В принципе, один должен дефать, уверенно. Фамилия. Классико. Так, фамилию беру. Панды у меня нету. Enchanted, I'm sure. Так, сыграю. Ванна Кирип сделаю. Так. Это все, пожалуй, да. Ой, да. Кто что делает, кто какие перки взял, фэмили ни у кого нету. Doom VC. Тролль Демон Хантер. Алхимик. Что идет? Сейчас будем смотреть. На поле нету, да. Я к вам в гости.
Тут ближе к тому, что ближе к мипа, потому что трое ДХ играют. Я вичдоктора в троечку не соберу. ТБ не такой сильный будет. Но и шмот у меня не самый лучший. Мипа сыграю. Найти здорово. Как игры, да все отлично. Какой идешь, я посмотрю. Ура, демоны. Да мы прошло на демонах очень крутую сыграли. Вот у нас топ-1 на демонах. Мип и Сеф играл, в финале с ним остались. Сефов не доролили. А так круто все было. Так, 13-й, Шаня 15-й. Блин. Да, я в ТБшку тут, наверное, далеко. Но если очень быстро зайдет там, можно сыграть. Блин, эльфов предлагают. Тут эльфами играть. Вообще успею эльфами сыграть. Green, I go.
Тут сильные с Кримсоном. Монки нужны. Прокат. Руты не прокат. И пеньки не там садятся. Ладно, ничья, в принципе, можно. Так, монков не было же, да? Чуть не хватило. ВГ опять Марси передобить. Ну блин. Немножко отвлеклись, конечно. Так, кто что делает в этой игре? Непонятно, да. Эх, монков нету. Мне опять слились, да, ребята? Руты работают. Я бы думал антимага найти. Сможет, антимагов тоже не осталось. Хотя один лазерочек всего лишь, в принципе, и дазл есть. И антимаг есть, я уверен. Почему ты ТБ убрал? Шака же есть. Ну и что, Антох? Ну и что, Шака? Enchanted, I'm
наградой. Без одну голду я такого буду выкупать, если еще раз фэмили придет. Составим. Не спеши, может еще виспы подешевле будет. Но мне пак и ВР, когда нужны. Седьмой левел. Оверл Д. Примерно. Раптор. Вайда играет. Семь дуэлей. Спектра есть. Кто в левел там выходит? Блин, она у меня опять подставляется. Плохо. Три Марси нужно. На самом деле, одного алхимика упираются и чена дефнуть не могут. То есть я такому слабому борду проигрываю. Супер слабый борд, которого я буду чпокать скоро. Просто обидно. Чен стоит, я из-за этого не... Марси доролит, наверное. Тут повезло мне. Могло хуже все быть намного. Считаю, нормально все. Зачем держим ТВ? Потому что он одну голду стоит. Я потом его могу заобузить. Пока что не мешает мне. Легко продам. Ловин газ фапает. Первый начал он смотрит количество звезд. То есть она Фуриона свапнула Т3, он 3 звезды, потому что. Меня дефнул на хантерах. Но у него эти. Блин, у него эти штуки.
Да. Три хантера убивает меня. Кири. Так, а у него Кири с этого, с РД еще нету. Ну, есть, да. Ну, он как раз меня сейчас дефнул. Сейчас посмотрим, что будет. Сейчас я должен дефнуть, мне кажется, да. Нормально себе. Что делать шмотка из Марси, имеешь в виду вот это, она, видишь, она семеркой должна быть, но она восьмеркой становится. Внутренний левел повышает. Девятый левел нужен. Урон противнику? Нету с уроном. Урона никакого она не дает. Так, блинк. Блинк буду, блин. Начинается. Да, на будущее, то есть мне блинк нужен будет. Первый. Грифсы были, а зачем мне грифсы? У меня блинк на будущее хороший может быть какой-нибудь. Я от этого хочу плясать. Зачем мне грифсы? У меня сейчас мека есть, то есть мека у меня есть, у меня сапог освобождается, этот сапог жевелин есть. Если мне приходит шмотка на увороты, талисман, я делаю очень крутой блинк. Ну вот. Левелап нужен. Спектру нашли. Это магов скорее идут, да, чем. Девятый левел мне нужен.
Марси мою добил. Лапки Кира вот сильно даун. Да. Да, левел нужен. Так. Два раза рандомно мультикаст, но я на альфах. Мать их за ногу, да. Что делать уровень восьмой подробнее? Можно ты можешь Акиров сделать из восьмерки, а не из семерки. Тебя присты могут не захватить. В этом смысл. То есть, знаешь, как работает 4 приста, либо Акиры. Если знаешь, то тогда можешь понять, сколько это хорошо, плохо. И все. А, чего это больше бояться? Здесь тоже, ну, то есть расставились 9 магов аж, да, вот. Зевса нету. Я за счет капюшона играю. И, кстати, выиграю. И как раз под левелап мне. Можно. Ладно. Царствие начинается. Никому не превзойти царя. Пусть сам этот демон меч. Шесть голды надо выбрать. Так. Это по единичке голды, да. Это мне не надо будет. Башерлись. Скорее вот так возьму сокровищницу. Сейчас голды, да. Чуть-чуть не хватает. Один раунд ждать.
Я еще со мной ничего не поставил, надо было поставить. Но особо это ничего не меняло, мне панда нужен. Мне панда нужен левел. Кстати, я пробил его. Ну что, пока, пусть нага тогда будет. Чуть не хватает. Игру в роли, да. Здесь блинки разные могут быть, у меня очень сильная. Один огаракс много дает. Классико. Пусть пока так будет, я пока ничего не делаю. Энви, привет. Вечер добрый. Да, шмот я вот так буду делать. Четыре шамана, четыре таурина. Айн диск нашел. Три есть уже хорошо.
Там даже сильнее пробился. Опять ничья. С оверхудом могу химика поставить, агров делать. Эльфов поменьше будет, но что-то еще надо будет добавлять. Оверхуд сейчас выпадет. Зарядки особо нет. Все, горхут, конечно, возьму, конечно. Под это и играем. Кирасу надо брать. Так. Почти промахнулся, кстати. Белку заплатили, ничего страшного. Так. Раса, маска. Тут я зарандомлю. Блинк. Классико. В принципе, интересно. А, дожить дальше. Но алхимика все равно платить буду, я могу после 40-го шмот хороший взять. Если, конечно, я доживать буду. 4 демон хантера. Там один хп, в принципе, топ 2 я займу. Пожалуй, да. Пожалуй, топ 2 я займу. А вот что будет дальше, я не знаю. Кореец, салам. Абайчик, привет всем. Так. Тут меня очень сильно будет побеждать. Прям очень-очень сильно. Два блинка уже, урона больше магического. Пока на воздухе висела, потом прыгнула в этот. Да, Enigma контрит Ion Disc. Тут я успел добить, отлично. Тоже маска есть. В принципе, такое. Это сильнее меня намного. Разбирать буду просто так.
успел съесть. Да, сильно. Я особо-то и усилиться не могу. Ждать надо. Да, я особо усилиться не могу. Но если умру, умру, то есть я тут ничего больше сделать-то не могу. Да, Энигма сейчас меня подконтрит. Блинк, пожалуйста, блинк. Да. Три урона маловато. Так, ну все, я тут нормально дальше. Играем. Ого. Спасибо, няш. Здесь, по идее, и так должен побеждать. Что левелапнуть надо, 56 голды. Я могу, в принципе, сразу левелапнуть. Так, там с музыкой. Могу, в принципе, сразу левелапнуть, просто вопрос. Что я сюда добавлю? Если был бы у меня визард эльфийка, я бы 4 беста тут мог добавлять. Если мне придет это именно эльфийка. Там Энигма все ломает. Больше. Отлично. Что я могу сделать? Айо, антиглюк, здорово. Редент нужен. Давай, нормально. Да, кстати, блин, чуть-чуть спасает.
на алхіміка доролять. Да, он тут дум. Да, ГГ. Короче, дум. Скорее всего, дум. А, повезло. А я думал, там дум. Там, видимо, ну, мне же дум законтрил тут. Она мне...